Свидетели стороны обвинения по делу Александра Ефремова заявили о давлении на них следствия. Об этом они сообщили судьям на двух последних заседаниях. В частности, бывший глава Новоайдарского совета заявил, что прокуроры трижды принуждали его давать ложные показания против экс-главы фракции партии регионов. Напомню, Александра Ефремова обвиняют по 5 статьям, в том числе в госизмене. Судебные заседания длятся уже почти полгода и пока безрезультатно. В течение почти 2 месяцев. Переводили в разные камеры с уголовниками, убийцами, наркоманами. После 1,5 месяцев, когда мы уже начали задавать вопросы, чего мы здесь находимся, меня вызвали в Генеральную прокуратуру. Со мной начали вести беседу другую. Сказали, что если вы сможете что-то вспомнить или хорошо подумаете и дадите показания против Ефремова, луганское дело будет закончено, и вас очень быстро. От чего я точно так же отказался.